Всем большой привет! Меня зовут Юлия, я рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня с вами идем в магазин низких цен, в магазин «Светофор». Город Курск, улица Карла Маркса. Давно мы с вами здесь не были. Давайте посмотрим, какой ассортимент и новинки. Точный адрес оставлю в описании под этим видео. И желаю вам приятного просмотра. Давайте начнем с вами рассматривать, что у нас здесь в самом начале. Мебель, стул, софтлайн с высокой спинкой из эко-кожи. Стоит он 1045 рублей. Были они в нескольких цветах у нас, хотя вот смотрите, серые также есть. Серые на данный момент и черные. Отзывы неплохие о данных стульях, поэтому присмотритесь, кому необходимо. И смотрите, здесь целый короб чехлов. Чехол стрейч на стул. Вы у меня спрашивали, какой размер. Высота спинки 45-65 сантиметров, ширина-глубина 40-50 сантиметров. Кто у нас производитель? Это Китай. Есть они однотонные. Два чехла таких в наборе входят. Кстати, хорошо очень. Знаете, приятная ткань. Я сейчас вот на этот стульчик, наверное, надену. Посмотрите, как смотрится. И есть они разные пестрые. Более цветные. Давайте оденем, к примеру, по цене, что... 302 рубля за два штуки. Это что касается чехла. И сейчас посмотрим, как на стульчике смотрится. Вот в данном случае одела именно синий. И, конечно, знаете, еще нужно положить какую-нибудь палочку или что-нибудь такое, чтобы он вот туда вот мы вставляем ее. И он будет, знаете, еще красивее смотреться. В принципе, видно, что спинка может быть шире. Тянется здорово. Полностью он на резинке. Поэтому и сидушка будет побольше, если стульчик оденется прекрасно. В общем, за такие деньги неплохой вариант. Присмотритесь, кому необходимо. Ну, а далее, конечно, Ленор. Как много его, 4-литровый, 192 рубля. Далее сортинги для стирки по 229. Большая упаковка, 3 килограмма. Много всего. И повторюсь, наверное, что здесь делаю несколько обзоров из этого магазина, чтобы показать, как обычно, вам все, что есть сейчас на данный момент в ассортименте. Тут у нас порошочек, вижу, сафир вот этот вот новый. Ну, а там Бимакс. Так, рядышком у нас сушилка. Вот она в продаже, всего лишь 582 рубля. Напольная для сушки белья. Рядышком у нас гладильная доска, 748. В общем, все так в ассортименте, много всего. Корзиночки сюда также поступили. Сразу их три в наборе, в продаже. Набор корзинок с ручками, плетеных, без крышки. 253 рубля. По 7 литров вместимость. Знаете, пластик выполнен хорошо. То есть комфортно брать руками, ничего не шершавится. И по цвету есть белые они и очень красивые пыльно-розовые. Рядышком другие корзинки, они тоже продаются по 3 штуки, но эти уже подешевле. Они без ручек, но достаточно глубокие также. 129 рублей всего лишь, 27 на 18 на 10,5 сантиметров. По 3 штуки, повторюсь. Здесь вижу только зеленый цвет, а вообще они были и белые, и розовые. Вот здесь вот корзина с крышкой для хранения на 35 литров, 448 рублей. Корзины неплохие, крышки смотрятся тоже симпатично. Единственное, что они никак не крепятся, просто надеваются сверху и все на этом. И сами корзины с ручками с двух сторон. По цвету серый и бежевый оттенок. Табуреты по 273 рубля. Нагрузку выдерживают до 110 кг. Есть расцветка из темной, из темно-коричневой эко-кожи, есть из светлой. Но отзывы не очень хорошие. Большинство пишут, что разваливаются даже под детками очень быстро. Поэтому смотрите сами. Далее, вот он как раз сафир, который распакованный. Вот и ценник на него. 249 рублей, 9-килограммовая упаковка. Кстати, отзывов не было. Наверное, ни у кого нет в городе или не покупают. 60 стирок. Если покупали, напишите, пожалуйста, как вам. Вязаные корзины для белья по 460 рублей в сером оттенке и в белом. Очень тоже хорошо смотрится. Прям, знаете, корзины радуют. И разные боксы. И вот тут вот вижу, что появилась новиночка. Смотрите, в каких цветах. Раньше были... А, это даже набор другой. Раньше были такие три мисочки в желтом цвете. А здесь миска, еще три миски и мерная кружка.
ценник 234 рубля, мерная кружка на 0,5. Но она тоже пластиковая. Кстати, миски очень хорошие. Смотрите, они еще и зеленые. Я такой набор брала без кружки, желтый как раз таки, и у меня он до сих пор служит. Удобно, что они разные по вместимости. Привезли сюда также по 172 рубля система Кашпо Дуэт. Очень удобно, у них единый поддон. Будет смотреться симпатично дома где-нибудь на окошке. Белый цвет и нежно-розовый. Набор герметичных контейнеров под 299 рублей. Все они одинаковые по литражу на 2,4 литра. Подходит для СВЧ, также холодильника. Таз пищевой со сливом и рельефным дном. На 18 литров пластиковый 155 рублей. Что касается качества, конечно, пластик тонковат, смотрите сами. Аккуратно с ним нужно. Я рядышком вижу еще одну новинку. Это набор круглых тазов из пищевого пластика. Их два на 6,10 литров по 158 рублей. Большой самый будет бежевого оттенка и поменьше уже розовый. Интересно, что они сделали. Набор в таких вот в двух разных цветах. Ну и в итоге получается вот как-то так. Конечно, крышечек, возможно, не хватает, но за такую цену в хозяйстве, как говорится, пригодится. Что думаете вы? Кстати, изготовитель у нас Московская область, город Дмитров. Лопата. У нас, кстати, выпало за 2 дня очень много снега. 240 рублей с оцинкованной планкой. 42,5 на 35,5 и на 16,5. Это размер. Ну, в общем, сами по себе лопаты неплохие. Конечно, не знаю, насколько они будут прочные и долго служить, но оцинкованная планка действительно есть. Сразу продаются они с черенком, что огромный плюс. Ну и дешевле этой цены за такую большую лопату я еще не видела нигде. Новые расцветки, вижу, появились вот этих вот для животных домиков. Не вижу, сколько стоит, но что-то в пределах 500 рублей они точно стоили. Подешевле даже. Раньше мы с вами видели только в горошек. Были вот такие вот красные и синие. А сейчас посмотрите, какие появились. Прям разные. Совушками есть. По качеству я вам уже говорила, что очень хорошие, такие мягко набивные все. Ну и здорово, что разнообразные все-таки делают они расцветки. По размеру 55 на 50 на 12 сантиметров. Достаточно большая, и для кошки подойдет, и для собаки. Щетка со скребком 155 рублей. И здесь заметьте, что другая расцветка. Мы с вами видели ручку красного цвета, и щетина такая же была, и синего. Здесь вот такое вот соотношение. В общем, получается ручка зеленого цвета. Хорошая достаточно по материалу данная. И уже писали об этой щетке отзывы, что служит нормально со своей функцией, задача справляется на отлично. Скребок также выполняет свою функцию. Поэтому смело за такую цену можно приобретать. Давно не видела в продаже вот такого вот набора. Станок для бритья мужской плюс 20 запасных кассет на 3 лезвия и ценник 283 рубля. Актуальный товар сейчас для продажи, для покупки. Набор бокалов для вина всего лишь 254 рубля. 6 штук их в наборе. На 260 мл каждый бокал. Присмотритесь, производитель Россия, гусь хрустальный, сделано хорошо. Без рисунков, просто обычные такие, классические. И также сейчас еще есть в продаже бокалы для коньяка по 255 рублей. Их также 6 штук в наборе. Все то же самое, производитель гусь хрустальный, только немножечко уже другая форма. Снова в продаже десертные тарелки от Паша Бахче. Производитель Нижегородская область, диаметр 19,5 см. Это натрий-кальций-силикатное стекло. И такая же точно есть в белом цвете. Кстати, по качеству классные они. Многие их приобретают. В некоторых магазинах их уже нет. Но я думаю, что еще подвезут. И еще из этой серии были глубокие тарелки. Это маленькие обычные десертные. И смотрите, сколько привезли. Это у нас сковорода «Летая». Очень хорошее качество, 26 сантиметров в диаметре. Возможно, это даже новенькая какая-то, потому что борта, я смотрю, что у нее выше. Стоит она всего лишь 672 рубля, 26 сантиметров в диаметре. Смело тоже могу говорить, что хорошая сковорода, потому что отзывы только хорошие.
И сейчас их сюда прям много привезли. Это все короба с этой сковородой. Овальные блюда также все ждут своих обладателей и покупателей. Кто еще не купил, заметьте, потому что действительно отличный вариант. В духовку можно ставить, запекать птицу какую-то. 426 рублей стоит на 3 литра. То есть достаточно большое оно. Но еще есть поменьше. Вот как раз в нем ставили еще поменьше. Это производитель Luminar. Вот оно большое, поменьше, которое... Ценник не вижу сейчас на него. Но здесь то на 3 литра у нас было, а это 1,95 литра. Так, а вот это вот не от него ценник. Форма для запекания прямоугольная, нет. Ну, в общем, оно что-то стоило, по-моему, около 300 рублей. Ну, лучше уточнить на кассе, если не знаете цену, конечно, чтобы не попасть, как говорится, впросак. Но вот здесь вот как раз-таки тарелки глубокие от Паша Бахче, которые я вам и показывала десертные. Вот они. В белом варианте они также есть, вижу. В общем, идеально можно прикупить несколько штук. 71 рубль стоит именно глубокая, 22 сантиметра она в диаметре. Все то же самое по характеристикам и производителю. Ну и на 900 миллилитров нормальная такая вместимость. Набор кастрюль всего лишь 1121 рубль. На 3 литра и на 5,5. Могу сказать, что по качеству неплохие, но смотрите, чтобы не было сколов, они всегда сразу могут быть видны. Ну а так, две кастрюльки за 1000 рублей, я думаю, что можно смело брать. Здесь у нас именно в этом магазине такая расцветка. Все они идут на таком оттенке голубого нежного, но бывают разные. Листики видели мы с вами осенние, и фрукты видели разные. Ну а здесь прямо целый букет, если можно так выразиться, из фруктов. Сотейники. Это прям реально хит, как и написано здесь на нем. Хит продаж. Производство Калитва. Наше российское производство. И с антипригарным покрытием 24 сантиметра в диаметре. Единственный минус, который я вижу лично для себя, это то, что нет крышки. Ну, крышку можно купить, она не так дорого стоит. Он стоит, такой сотейник, 271 рубль. Покрытие видно, что прослужит долго. Поэтому, кто ищет сковородочку, можете купить такой сотейник. Он отличается от сковороды лишь высокими бортами. То есть будете готовить, ничего не будет плескаться особо. Поэтому очень удобно с этой точки зрения. И еще одна сковорода-гриль, которая также не уступает первому варианту, который мы уже с вами видели. Стоит она 668 рублей, также в черном цвете, 26 сантиметров в диаметре. Что касается крышки, то она идет без крышки. Но по качеству все отлично. Производитель указан — город Белгород. В общем, здесь уже дело вкуса, две сковороды отличного качества по приемлемой цене. Разъемные формы. Кстати, не везде, далеко сейчас их встречаю. Даже не знаю, с чем это связано, хотя здесь вот видно, что их только привезли. По 229 рублей. Сразу скажу, что производитель — Республика Беларусь. И неплохая сама по себе данная форма. Но тем временем нашла ценник на форму для запекания, которая поменьше, на 1,95 литра. Получается 324 рубля. Тоже неплохая форма, просто кто какой пользуется, кому какой объем нужен, а так они идентичные, и та большая также хорошая. Отличная цена и хорошее качество вот у этих ватных дисков, их в упаковке 180 штук, стоит всего лишь 37 рублей. Покупаю постоянно, на постоянной основе, очень нравится, поэтому также присмотритесь, очень бюджетная, по качеству просто отлично. Зефир ассорти, я такой покупала, между прочим, очень вкусно. Стоит 217 рублей за 1 килограмм. Отличная новинка появилась. Смотрите, дискошар светодиодный. В общем, стоит он в пределах 500 рублей. Его только привезли, еще не выставили. С ценником, я имею в виду. Что здесь у нас указано? Цвет лучей красный, синий, зеленый, желтый, белый и фиолетовый. Угол лучей 120 градусов. Ну, в общем, покажу вам вот так поближе. Размер изделия 180 на 180 на 150. Формат проигрываемой музыки MP3, наличие разъема USB, режим работы, постоянное свечение, вращение посредством... В общем, знаете, он будет вот так крутиться, он здесь есть во включенном виде, я вам сейчас его покажу поближе. Но коробку тоже нужно было вам показать, чтобы вы знали хотя бы, что искать, если что. Мне кажется, идеальная штучка за такие деньги, за 500 рублей. Сейчас посмотрим с вами поближе
его чисто внешне. Я вам такие раньше показывала у нас в Маяке, в гипермаркете магазина Светофор. Ну и в Светофор тоже такие завезли, это классно. Вот, друзья мои, смотрите, работает от USB во включенном виде. Очень удобно, можно посмотреть. Вижу, что есть петелька для подвешивания. То есть, если на стену крепить, можно все это дело сделать. Ну и вот он так светится интересно. Здесь динамик. Смотрите, сколько привезли сюда к нам винограда черного. По 111 рублей. Причем он весь, знаете, хороший, не давленный, никакой не прелый. Ну, в общем, свежий. Ну, видно сразу, что несколько их здесь упаковок. Только видно, только выставили. Рядышком капуста пекинская. 57 рублей. Груша по 108. Кстати, лук нормальный такой, крупный, недорого. По 19,50. И яблоки, не могу вам не показать. Сезонные, российские, по 45. Тоже крупные. Любимый многих микс конфет. Сейчас есть продажа. Производитель Ротфронт, Красный Октябрь, Бабаевский. И здесь у нас разные конфетки. Микс этот стоит за килограмм 277 рублей. И он номер 14. Заметила, что появился новый соус томатный краснодарский. 500 грамм в банке стеклянной. 45 рублей. Ближе его посмотрим. Может быть, кто-то уже пробовал, пишите, понравился вам или нет он. Ну, а так, консистенция такая обычная, нормальная, томатного соуса. В составе вижу, что есть крахмал картофельный. Вы просили говорить об этом. Смотрите, рядышком какие помидорчики. Черри по 62 рубля. Маленькие, желтенькие. Еще одна новинка. Вот такое пюре яблочное у нас появилось. Ни разу еще не видела. В составе пюре яблочное, свежих яблок и сахар. И изготовитель — Белгородская область. Густая консистенция. Состав нормальный. Стоит такая баночка стеклянная. 49 рублей. Сейчас в продаже здесь есть оливки без косточки. 280 грамм по 53 рубля. И маслины без косточки по 52 рубля. Такая же баночка небольшая. Смотрю, что привезли куриные наггетсы. За килограмм 120 рублей. Давайте посмотрим на состав. Покажу вам поближе. И на первых строчках у нас филе грудки куриные, вода питьевая, сухари панировочные, кожа индейки, крахмал картофельный куриный в скобках. Вот она, первая новинка. Это икра лососевая, структурированная. 187. Баночка небольшая, 140 грамм. Производитель — город Москва. Покажу вам поближе состав. И вот здесь вот еще такое информационное письмо, что используют для изготовления структурированной данной икры. Можете почитать, кому интересно. Ну, а если кто-то покупал уже икру из Светофора, напишите, понравилось вам или как. Вот здесь заметила новинку. Это у нас скумбрия холодного копчения по 282 рубля за килограмм. И по две рыбки, здесь они их сразу взвесили. Вот, наконец-то появился десерт. Пудинг вот этот Гранд. 45 рублей. Есть у нас белый шоколад с клубничным муссом и шоколад. Вкус шоколада, кстати, очень вкусные. В Пятерочке они стоят за 80 рублей. В Магните также. Я такие покупаю всегда периодически, когда они бывают здесь. Давно не было, помните, я вам говорила это в обзорах. Вот привезли. Кто любит, бегите скорее. И он идет без заменителя молочного жира. Огромный плюс. И состав не так уж плох. Давайте вам покажу. Может быть, кому-то интересно. Ешки, конечно, есть. Друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание. Будет обязательно продолжение, но уже пойдем, наверное, в магазин по другому адресу. Спасибо вам большое за лайк, за подписку. До новых встреч. Всем пока.